Що таке зрада? Україна протистоїть Росії у гібридній війні. Одним з головних інструментів у цій війні є дезінформація, деморалізація, зневіра, зрада. Руки опускаються, в очах сльози, зрада тотальна. Як працює фейкова зрада? Сумнівне вороже джерело інформації. Тиражування однакових повідомлень кремлівськими ботами або активістами проукраїнських політичних сил. Безграмотні повідомлення українською, що явно перекладені в Google. Використання фейкових скріншотів як доказів. Прагнення кожного з нас першим оприлюднити сенсацію. Як діяти? Прискіпливо перевір інформацію як мінімум з трьох незалежних джерел. Не піддавайся паніці, не поширюй сумнівні повідомлення. Перевір інформацію, зв'яжись з безпосередніми учасниками подій. Пам'ятай, що ти можеш не бачити повної картини. Якщо розмістив фейк, май мужність визнати та вибачитись. Якщо з-під суду випускають вбивць та крадіїв, це справжня зрада. Якщо на посаду призначають відомого корупціонера, зрада натуральна. Але якщо істерички у соціальних мережах кричать про наступ 100 тисяч росіян на Київ, це варто перевірити. Будь уважним, не допомагай ворогу та панікерам. Пам'ятай, тотальна зрада – це навіювання. У нас чимало перемог. Ми сильні та мужні. Наша сила у правді. Міністерство перемоги. Це не Міністерство перемоги, це Міністерство правди, телеканал «Медіаінформ». Ми сильні і не піддавайтеся зраді. Я думаю, що такі відеоролики ми будемо доволі часто показувати в нашому ефірі, щоб хоч немножко успокоїти іноді ті панічні настроєння, які существують в нашому обществі, в нашій одеській громаді. І постараємося максимально говорити о том, о чому не тільки знаємо, але й знають наші гості прямого ефіру. 737-73-10, телефон прямого ефіру. І в цій студії ми не будемо говорити о зраді, ми попытаемся дать объективную оценку того, что сегодня происходит в городе накануне активизации избирательной кампании, которая, как известно, стартовала 5 сентября. И сформированы городская и областная избирательная комиссия, которым вопросов возникло очень много, это как бы так помягче сказать. Но буквально вот 5 часов назад, накануне этой программы, в Фейсбуке Андрей Юсов, советник руководителя областного СБУ, я не знаю, правда, сейчас Андрей продолжает ли выполнять эти общественные обязанности, тем не менее Андрей Юсов, который входил в партию «Удар», написал следующее, и довольно-таки, на мой взгляд, сенсационный действительно материал, если это, на наш взгляд, это сегодня соответствует правде, по крайней мере, Андрей это подтвердил. Так вот, мой оригинал. Партию мэра Одессы Труханова «Доверяй делам». 5 балів перекладачам, знімають з виборів через заборонені комуністичні символи серп та молот. І ще раз, внимание, партію «Довіряй ділам» попитаються зняти з виборів на вполне законних основаннях, пише Андрій Юсов. Партію купили рік тому. Ринок політичної нерухомості в країні досить розвинений. До цього вона носила назву «Селянська партія», а з самого початку – «Комуністична партія трудящихся», в скобочках, отак буде точно. Отже, пише Андрій Юсов, Труханов купив серп та молот, які зараз швидко несуть його політичний проєкт до дна. Зараз Геннадій Труханов знаходиться в Києві, повідомляє Андрій Юсов, де намагається вирішити питання у Мін'юсті. Сподіваюся, українська юстиція виявить принциповість і діятиме в рамках закону про декомунізацію, а громадськість пильно контролюватиме цей процес. В разі завалу проєкту «Довіряй ділам» Труханов отримає по шапці від спонсорів, які вклали серйозні гроші в проєкт, піде, мабуть, самовисуванцем, а своїх людей розпихає по різним відродженням, опоблокам та іншим нашим краям. І так Андрій Юсов сообщає в соціальній сіті Facebook о том, що партію мэра Одессы Труханова «Довіряй ділам» вполне вероятно можуть зняти з виборів за використання комуністичної символіки, которая, еще раз напомню, попала под закон о декоммунизации. 737-73-10, телефон прямого эфира. В этой студии Михаил Голубев, член общественного совета, координационного совета общественных организаций Майдана.
Вот мы на Михаиле сейчас и проверим, насколько не фейково звучит эта новость и соответствует ли она действительности. Михаил, здравствуйте. Приветствую вас. Вот такая новость пришла через Facebook, который уже стал средством массовой информации отдельным таким. Очень важным. Очень важным, на мой взгляд, действительно. И скажите, ну то, что мы можем доверять Андрею Юсову, по-моему, даже не обсуждается. Тем не менее, по этой теме. Ну, было сказано, что три источника. Андрей Юсов – это очень надежный источник. Его можно тоже считать за три сразу. Но, тем не менее, все-таки пока сообщений мало по этой теме. Мне хочется на чем сакцентировать, что насколько все беспринципные люди в партии Труханова, что они приобрели, так мягко говоря, эту селянскую партию, они даже не проверили, какая там символика зарегистрирована. То есть у них же не просто эта картинка, она каким-то образом, насколько можно судить из сообщения Юсова, она зарегистрирована. То есть есть логотип этой партии? Да, это, как я понимаю, это все-таки не логотип партии, а доверяя делам имеет логотип свой, а это именно зарегистрированная символика, где есть серп, молот и красная звездочка. То есть, если снимут партию с выбора, я, конечно, представляю, где окажутся эти символы и у кого. Ну, вот такая новость. Конечно, будем следить за этим событием. Меня поражает именно вот эта вот беспринципность, что люди берут партию как на привозе, да, и даже не смотрят, какие там приклеены ярлыки. Вот смотрите, тема выборов в Одессе, как и по всей стране, мы говорим прежде всего о местных выборах, и понятно, нам какие-то оппозиционные блоки будут рассказывать, в том числе о полетах на Марсе, о том, что якобы местные выборы могут повлиять, разрешить полеты на Марс или не запретить. Понятно, что лозунги и слоганы этих выборов, они будут различными. Опять-таки, я так понимаю, что сегодня, к сожалению, на избирателя действуют какие-то обобщенные, вот такие взагали, да, лозунги, говорящие не о проблемах того или иного региона, а говорящие, ну, еще раз скажу слово украинское хорошее, взагали. Вот наши одесские выборы каким-то образом будут отличаться от всех украинских? Это первый вопрос. И вообще, я понимаю, что вот сейчас в СУ я вспомню президента, беглого президента Януковича, который на привозе как-то говорил, это был 2004 год, что Одесса — это компас Украины. Как Одесса покажет на выборах, так и будет. Действительно, сегодня к Одессе вот такое внимание. Ну, есть, конечно, различные определения Одессы, что Украина начинается с Одессы, что это компас. Я думаю, это немножко все гиперболизировано. Одесса исключительно важный город, но может, для меня это немножко иначе, может быть, это не компас, один из мозговой центра, может быть, да, наряду, допустим, с Харьковом, да, если Киев, там, может быть, там, сердце, Львов, там, может быть, душа, Одесса, это, может быть, полушария мозга. Ну, это не моя идея, цитирую. Выборы будут, я думаю, безумные, уже видно все это нагнетание, в общем-то, будет сложно, и не только сам процесс, а что будет его сопровождать. Что хотел бы сказать вначале, самое важное, тезис, но самое важное — это не пустить к власти тех, кто поддерживал Януковича. Все эти люди сейчас рвутся к власти опять в Одессе в рамках различных партий. Это упомянутый вами оппозиционный блок, это партия Труханова «Доверять делам», если ее не снимут, хотя за такую беспринципность, наверное, это было бы, ну, неразумно, но опять-таки на поиск юристам. Это Москва, партия Кивалова и другие вот эти вот отростки, то есть от партии регионов, которые как дерево, да, они разрослись, и они опять рвутся, все те же самые люди, они ничему не научились, в общем-то, и нужно их остановить. Вот это вот самое важное. И вот сейчас, мне кажется, вот надо нам всем вспомнить, нам, я говорю нам, тех, кто поддерживал Евромайдан, ради чего мы выходили, зачем. Потому что суть того, за что мы выходили, за европейскую интеграцию, она совершенно не поменялась. Хотя события мы поменялись, да, потому что события трагические, и они очень по-разному отразились на людях, да. Ну, не говоря о том, что просто многие погибли на этой войне, но Путин-то затем и начал эту войну, спровоцировал ее, чтобы не давать нам делать реформы. Один из, значит, так сказать, спикеров московских политических, я не буду человека называть, но он так прямо и сказал, что мы не позволили Украине создать модельную демократию.
Но мы все-таки должны были попытаться ее создать, эту демократию модельную, европейскую, ориентир остается абсолютно прежним. Почему? Потому что, с моей точки зрения, альтернативы европейскому выбору у нас просто нет. На что нам ориентироваться, из кого брать пример, опять-таки. Да? Я вот не случайно говорил о том, что многие политические силы будут говорить о полетах на Марс, о жизни на Марсе, остановим войну, вступим в НАТО, сохраним Украину. Такие обобщенные проблемы. Один из политических экспертов прямо говорит, что в любом случае лично для него единственная интрига будет то, смогут ли достучаться до избирателя политические проекты, которые будут апеллировать к людям с точки зрения их местных проблем. Действительно, правда. Сегодня есть, на ваш взгляд, на нашем электоральном поле такие политические силы, которые действительно понимают, что мы идем на местные выборы, что кандидаты в депутаты, а потом депутаты должны будут решать местные проблемы, а не заниматься полетами еще раз на Марс. Я думаю, что все-таки важно... Или гречка победит. Насчет Марса, есть ли жизнь на Марсе, мы не будем много обсуждать, но конечно, важно и то, и другое. И взагали, и местный интерес, и минутный. Нынешний горсовет, который в основном сформирован из регионалов, которые успели стать бывшими, плюс там отдельная группировка Радыны, это партия, которая всегда работала непосредственно на Путина. На самом деле марковская партия, но она работала всегда исключительно на интерес Путина. И все-таки основное большинство – это вот эти вот беспринципные регионалы. Вот. Так что... Если брать сегодня стартовые позиции, у вас математический склад ума, и вы можете, наверное, просчитать определенные риски. Знают ли они хадиситы? Вопрос. Но, тем не менее, если брать стартовые позиции политических сил, основных, как их называют, да, перед выборами, я понимаю, что ситуация, ну, мягко говоря, непростая. Можно ли ее исправить? Мы видим, что вот эти партии, которых, так сказать, бывшие регионалы, которых заправляют, они маховик на полную мощность раскрутили рекламный, даже до начала кампании они обвешали весь город билбордами, используя админ ресурс. По горсовету, конечно, все-таки не договорил, что вот эти вот люди, которые составляют абсолютное большинство горсовета, они, там есть люди, действительно, которые я считаю приличными, и многие считают, там есть действительно очень уважаемые политики, которые бывают у вас, например, но таких очень мало. И в основном это люди, которые туда пришли, чтобы порешать свои личные проблемы или бизнеса, или заработать, которые занимаются коррупцией. Это абсолютно факт, как они решают земельные вопросы. И вот нынешний горсовет – это колоссальное зло. И если мы позволим вот примерно такому же составу, или даже, может быть, чуть меньшем количестве, опять остаться, то вот это вот вредительство колоссальное всем реформам, всем позитивным изменениям, оно продолжится. Потому что горсовет, на самом деле, от него зависит очень много. Больше, чем кажется. Потому что горсовет наш, он же ничего не заявляет. Вот с тех пор, как они призывали Януковича разогнать Майдан, они молчат. Когда страна в крови... Был период, когда они более чем на полгода спрятались вообще, да, когда активные войны... Может быть, и меньше, чем полгода, но самый острый период, абсолютно безумный, там, в прошлом году февраль, март, апрель, они же просто молчали, они не делали заявлений никаких. Они просто ждали, что они не понимали, что им делать, и ждали, то есть абсолютная бессовестность. И более того, вы поддерживали Януковича. Но все-таки Янукович, он формально, по крайней мере, он украинский президент и политик был, и ну, поддерживали эту политическую позицию. Но когда на вашу страну и на нашу напал Путин, это уже совершенно другая ситуация. И вы уже можете наконец-то проявить совесть и патриотизм. Потому что это не одно и то же. Поддерживать Януковича и поддерживать агрессию чужой страны в Украину. Но тем не менее, они до сих пор это не сделали. Я участвовал в этой акции протеста на сессии Горсовета, где это очень позорно все было слито. К сожалению, депутат Намчак, который должен был вынести вопрос, он дал слабину, так можно мягко сказать. И об этом говорил Остапенко, Селянин. То есть от него ждали, что он вот этот уже внесенный вопрос, он каким-то образом добьется, что он будет внесен в повестку дня реально. Да, вот вы вспомнили о той сессии. Скажите, пожалуйста, 10 числа, 10 сентября она проходила. У вас были все-таки надежды, что Одесский горсовет признает Россию страной-агрессором? Вот в этом составе. Знаете, процентов 20.
я так считал, да. Я не ожидал, нет, что они признают. Вот исходя из того, что они делали раньше, как они увиливали, между струйками они пытались. Ну, четруханная оппозиция, если он может не занимать позицию, он ее не занимает. Вот его стратегия. Давайте такая. Сразу разбираться. Вот это была трусость этого горсовета. Многие из кандидатов уже прутся, я другого слова не знаю, прутся на выборы. И, к сожалению, за гречку вполне вероятно попадут в здание на Домской. Это отсутствие позиции, это боязнь, это, опять-таки, присутствие политической позиции. То есть Одесский горсовет в нынешнем составе не считает Россию страной. Я думаю, что это их политическая позиция, не признавать Россию агрессором. Да? Я считаю, что они такие, да, это такие люди, которых мы избрали. Они, но смысл их политической позиции в том, что они по-прежнему думают, а вот сюда придет дядя Вова и там нас накажет. То есть это люди абсолютно циничные, беспринципные, опять-таки для их бизнеса спокойнее не говорить ничего, и они не говорят ничего. Когда они думали, что им будет спокойнее, если они поддержат Януковича, 72 депутата, это было недавно как бы опять опубликовано, было напоминание, да, о том, что 72 депутата подписали воззвание к Януковичу. При этом депутаты Радыны, они, насколько я помню, не подписали, потому что Марков сидел, и Радына, она как бы, они, то есть 72 человека подписали к Януковичу вот это вот. Им, но им это было спокойнее. Вот это и есть их мотивация, чтобы было спокойнее, чтобы шито-крыто, чтобы с землей какие-то операции с собственностью городской. Вот это, в общем-то, их философия. И сейчас они опять готовы давать вот эти вот пакетики. Знаете, вот эти, я просто думаю, вот если люди хотят, допустим, заниматься благотворительностью, ну, найдите действительно очень бедных людей, голодающих, займитесь, не в рамках выборов. А вот эти пакетики, которые вешают людям, ну, я бы уже сказал, это просто, я не знаю, мечта идиота, надо так назвать этот пакетик, потому что человек получает пакетик, а потом у него украдут в 10-100 раз больше, может быть, и в 500, чем он получит в этом пакетике. Насколько сегодня одесские избиратели, сейчас скажу не страшную вещь, а просто неприятную, а готовы к тому, чтобы не продаться? На мой взгляд, не готовы многие. Я даже не назову это продаться, вот так вот, это как бы напрямую, это люди просто, может быть, они в силу действительно каких-то моральных качеств, они считают, что они чем-то обязаны тому, кто им, значит, это гречку или может... То есть это высокоморальные люди, продающие голоса? Может быть, это воспитанные люди, да, они считают, им что-то дали, то есть, ну, даже если половина из этих людей, которым пакетики принесли, проголосуют, это достаточно катастрофично, потому что эти все люди, которым эти пакетики вешают на ручки, они должны понимать, что вот те, кто им эти пакетики разносит, это и есть, как правило, обычно, в первую очередь, вот те самые наихудшие воры, которые город грабили и будут дальше его грабить. Вот и именно этот индикатор, вот вам понесли, там написано «доверять вам». Вот подумайте, откуда у них деньги на пакетики и что они хотят делать с городом дальше. Ну и посмотрите, вообще, центр города, я в Одессе, 45 лет, всю жизнь живу, место разрыв, наверное, но такого я не видел, честно. Вот с 2010 года, как они пришли, вот этот горсовет, просто разваливается центр. Причем, особенно, может быть, в частях, которые не на самом виду, но ну и то, что на самом Вы виду... Вы сейчас сказали о центре города, я вспомнил как раз 2010 год, когда были выборы, и премьер-министр тогда Николай Азаров, он, помните, да, пытался отчитывать Эдуарда Горвица в оперном театре, поддержал в открытую Алексея Костусева на пост городского головы. Да, я помню, отлично. Ну, на тот момент, конечно, это вызвало массовое возмущение у одесситов. А сегодня насколько активно тот же Евромайдан одесский готов выступать? Что сегодня такое одесский Евромайдан? А оправдались ли те надежды, которые возлагались, в том числе на некоторых представителей Майдана, которые пошли во власть? Не знаю, пойдут ли сейчас, готовы ли они. Ну, сначала ремарку, что Азаров еще запомнился тем, что он не только поддерживал, но он хамил открыто мэру Одессы, Гурвицу. Одесский Евромайдан, я могу сказать так. Те люди, которые были с нами в декабре, в январе, вы, кстати, тоже с нами были. Мы с вами вместе участвовали в таком ролике, да, гимн Одесского Майдана. Мы наслушались, подумали, да, мы наши великолепные друзья. Голоса. Но это, тем не менее, были в основном представители, так сказать, творческой интеллигенции, каких-то, ну, различных профессий. Просто это даже не политические активисты там были в основном, а люди просто вот одесситы, да. Этот гимн, он в декабре был записан. То есть люди выразили свои позиции в декабре, январе. Те люди, которые начали приходить
чуть позже, это уже другие люди, и это чувствуется. Я могу сказать, что из тех людей, которые, вот я где-то с середины декабря 2013 года был в оргкомитете уже Майдана, потому что я был, ну, просто активный человек, и мне предложили войти в оргкомитет. Вот в этих людях я не могу сказать даже одного, в котором я разочаровался, из тех людей, которые тогда организовали Майдан, из тех людей, которые на волне, значит, либо насилия, либо на волне какой-то вот движухи, когда они что-то увидели, и они появились, вот в этих людях, да, очень часто приходится разочаровываться. А из ядра, из этого костяка, нет. Ну, смотрите, как правило, это ядро остается верным своим позициям, но, тем не менее, на слуху и на плаву оказываются те, кто превратил, давайте говорить откровенно, плоды революции и достоинства, определенный свой политический, в том числе, бизнес. Да? И сегодня вот те противоречия, существующие в патриотическом лагере, ну, я вот избегал бы такого сегодня обозначения, вот они на виду, они будоражат город, они показывают Украине, что не все так, к сожалению, у нас хорошо, не только в Одессе. Противоречие патриотическому лагерю, который вообще, наверное, был патриотическо-демократическим, да, они, конечно, колоссальные, да. Я бы не сказал, что только эти люди на виду, хотя, ну, например, администрация Саакашвили, все-таки некоторые активисты, такие, несколько человек, они участвуют каким-то образом в работе, хотя в целом, должен с сожалением сказать, что, хотя я полностью, конечно, поддерживаю Саакашвили, политику, я считаю, что их команда работает где-то на пределе примерно возможности, но все-таки в отношении активистов Майдана у них немножко бюрократический такой подход, нету до сих пор контакта с нашим координационным центром, координационным советом, где все-таки это единственная организация, которая объединяет очень многие партии и группы, которые участвовали в Майдане Одесском. То есть, если что-то является организационно Одесским Майданом, то в первую очередь, конечно, хотя часть радикальных групп или была исключена, или сами не захотели далее продолжать участие, сейчас ряд радикальных групп, там их нет уже где-то какое-то время. Вот. Михаил, если мы говорим о выборах нынешнего года, 25 октября, то у нас есть еще такое ответвление интересное, очень важное, это выборы городского головы. Вполне вероятно, что вот пока не заявлено, ряд только кандидатов заявили, вот Светлана Фабрикант от Відродження, понятно, Геннадий Труханов, уже не знаю, теперь доверяет делам или самовыдвиженец, как тут получится. Я понимаю, что намерен участвовать Эдуард Гурвиц, будут технические кандидаты, конечно же, и у одних, и у других, как обычно, да, выборы в два тура. Я не говорю сейчас о прогнозах, да, я не говорю сейчас о стартовых позициях, хотя давайте вот о них и поговорим. Вот выборы городского головы. Каковы, на ваш взгляд, стартовые позиции? Чем они отличаются от у Труханова или Гурвица? Или тот же Фабрикант? Свои плюсы и минусы. Да, я как-то немножко запаздываю за вопросами. Конечно, ситуация очень сложная вообще. Я бы сказал, что она непредсказуема. Хотя бы я просто один пример приведу. Михаил Саакашвили, человек, который действительно обладает многими талантами, и в частности его пиар, мощь, то есть очень значительно. И вот того, какую позицию займет Саакашвили по отношению к выборам, зависит очень много. И уже хотя бы поэтому мы не можем предсказать, чем закончатся выборы. Я просто шахматист, бывший профессиональный, я знаю, что шахматы. В шахматах иногда можно поставить мат два хода, но иногда возникает ситуация, которую прочитать невозможно совершенно. Невозможно. Только интуитивно, либо логически какое-то решение принять. А жизнь, она просто на порядке сложнее. То есть Саакашвили сегодня, если говорить сложнее на шахматном языке, некий такой ферзь, да, и вот как он поступит, вполне... Нет, я бы не сказал, что ферзь, но ну, безусловно, это один из факторов определяющих, но на самом деле очень много зависит от одесситов. И я в первую очередь обращаюсь к сторонникам европейской интеграции даже. Вот так я бы сказал, сторонникам цивилизованных ценностей, что надо понять, что эти выборы действительно очень важны, что городской совет, он очень много вредит и очень сильно тормозит все реформы. И вы этого не видите, но вы это не видите, потому что они ничего, собственно, не делают. А если бы Горсовет был демократичный, активно поддерживающий Саакашвили, ситуация в городе была бы просто абсолютно иная. Политическая и экономическая тоже. Просто, и это очень важно понимать, что каждый человек, он может что-то сделать. Реформа, она основная реформа, это мое убеждение, она в головах. Вот как было сказано, что разруха в головах. Да, это с обратным знаком, но это тоже в головах. И на самом деле все понимают, что вроде бы хорошо, европейские ценности. Хорошо, когда не воруют, хорошо, когда дороги без ям и так далее. Но когда, понимаете,
чтобы вот нам прийти в это состояние, мы должны немножко стать другими. И на данный момент очень серьезные интересы, они противодействуют реформам. Вот давайте возьмем так. Интересы ряда олигархов, которые привыкли получать от государства преференции, безумные, но которые в этой системе годами не получают. Они не заинтересованы на самом деле вот в полном смысле в реформах. Да? Так, далее. Ну, старая власть там, это понятно. Значит, януковичские, значит, люди, понятно, что они не заинтересованы в европейских реформах. Хотя в партии регионов была там узкая группа людей, которые где-то были на европейских позициях, но очень мало их. Далее. Избиратель, часть избирателей, вот, которым не объяснили эти демократические европейские нормы. Потому что это очень активно объяснялось по телевидению, когда была перестройка. Что такое западная демократия, капитализм? А потом вот как обрубило. Как вот, кто не понял, тот не понял. И эти люди, очень многие, они просто не информированы из своего общества. Они до сих пор это не знают. Вот приезжала, как вы знаете, ну, пример такой приведу, простой, англичанка Сара Хёрст, она помогает беженцам в Одессе выступать. И просто интересный пример. Мы там шли городу Сара и другие люди. И вот просто идем, там яма, обычная наша яма. И мне просто, я просто знал уже ответ. Я говорю, Сара, есть вот в Англии такие ямы? Она говорит, ну, конечно, нет. Ну, конечно, у них нет асфальта разбитого. У них такого нет в этой стране. И, конечно, люди, которые это видели где-нибудь в Германии, в Швейцарии, Франции и так далее, и что можно жить без ям. Конечно, у них другое восприятие этих вещей. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, да, вы в прямом эфире. Алло. Да-да, добрый день. Я хотел бы задать вопрос Михаилу Голубеву, если можно. Пожалуйста. Будет ли выдвигать своего кандидата в мэры координационный совет? Это первый вопрос. И второй вопрос. Какие все-таки группы отошли радикальные, которые он называл, но не назвал их... Спасибо. Вопросы понятны. Значит, так, выборы мэра, значит, будет ли совет выдвигать? Ну, скорее всего, координационный совет соберется и какое-то решение примет. Ну, позиция будет озвучена, как минимум. И, скорее всего, на данный момент, по состоянию на утро сегодняшнего дня, насколько я знаю, этого еще не было. Вот. Ну, наверное, разумно. Вообще, да, значит, опять-таки, я догоняю ваш вопрос. Кто был исключен и кто... Значит, правый сектор отказался сотрудничать, Рады громадской безпеки, и это Гордиенко, и Автомайдан Извушкина, насколько я помню формулировку, были исключены. В результате акции, которые... Миша, у нас остается одна минута. Значит так, минута. Гура и Сатрухана, очень просто. Его Майдан разделен. Одни люди, как я, считают, что у нас есть кандидат Гурец. Другие говорят, что нет, значит, нам Гурец не подходит, но у них кандидата пока нет. И они, то есть они, я считаю, ведут себя неправильно. Более того, я знаю, что в Одессе Евромайдан дважды собирался в прошлом году на длиннейшее собрание. Можем ли мы этих людей, вообще, которые даже теоретически могли бы быть, их человека 4. И из них рейтинговый реально один Гурвец. Ну, я бы сказал, что Александр Стапенко, если бы его с начала года упорно поддерживали, он, может, был бы кандидатом. Я с вами соглашусь. То есть есть два мнения, и, к сожалению, те люди, которые говорят, что нет, нам и Друханов, и Гурвец одно и то же, и вообще они ведут себя немножко, я считаю, неправильно, деструктивно. Я буду поддерживать сильнейшего майдановского кандидата, кто бы им ни был. Ответ четкий, ответ понятен. Мы не успели, к сожалению, у нас закончилось время уже обсудить сообщение о том, что задержана диверсионная группа противника. Она готовила в том числе убийство, ну, как сообщает СБУ, Сергея Гуцалюка. Он будет в нашей программе, в нашем эфире и выскажет свою точку зрения на эти события. А закончить сегодняшний эфир мне хотелось бы вот на такой не очень приятной новости. Нехорошей новости. Ушел из жизни киногерой Будулай. Не знаю. Ушел из жизни волонтер. Как говорят, таких людей не делают сегодня уже, да, штучные экземпляры. Я могу поспорить, делают. Хотя давайте просто вспомним Будулая. Давайте вот посмотрим наш видеоклип. Мы провели вот такую, на мой взгляд, очень, очень правильную линию. Штучный товар. И светлая ему память. Нас не нужно жалеть. Ведь и мы б никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели, от крови и глины шинели. На
на могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит за осенью осень. Наши матери плачут, и ровесники молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталось на долю нелегкая участь солдат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели. Поднимались в атаку и рвали над Богом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь мы бы никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чистые.